Ой, твою мать! Ебать! А что случилось? Авария. Нахрен. Рулер открыть, не справа, блядь. Тварь, ебать. Ух, ебаный нос. Мариш, выходи быстрее. Сейчас, Мариш, иди сюда. Бля, мать. Ой-ой-ой, они выехали. Он, да? Он на красный. Ну, конечно. Он на красный. Какой-то влетел. Придурок.
Ну нахуй! Что, авария? Ох ты! Опа! Душу есть, блядь, заеб... Смотрите, вот скоты, бля, вот так вот, вот так вот. Хорошо! Есть кон... Ух! Ты шо? Ёб твою мать, Серёжа! Блядь, ну ёбаный в рот, блядь!
Бац! Одна снизу, другая сверху. А тут только одна плина есть? Пиздец. Настрой замер. Зачем я так долго? О, нихера! Блядь! Блядь, ёбаный брус! Нихуя! Сука! Охуеть! Блин, бед, блин, валит. Ой, блин, улетел! Ой, кошмар какой! Ёб твою мать. Да, авария. Родовой. Какой за полцена ее продать там за две съемки? Ё-моё. Ох твою мать, ничего себе. Ох ты, нифига авария. Снято у нас на видео.
блядь. Как настроение-то? Все нормально? Не гуни. Ох, красиво как получилось. Пронумер пресечения в виде подписки о неизвестности. В 2014 году цены на бензин в России могут вырасти до 15% на фоне налогового монета. Проблемы начались буквально там через год, через два, потому что люди, которые приобрели в один... Блядь! С этим там Гиви, весь знак, схема, ух, твою мать! Что ты из нашего круга и так далее. Вот, долбоёб, блядь! Экономист Александр Дуб...
твою мать! Я охуярит, блядь. Твою мать, блядь. Пиздец. Уебан, блядь.